Знаменитый Юрий Югов уходит на пенсию. Правда, представление о пенсии у знаменитого спортсмена необычное. Член сборной России по парашютному спорту, автор гиннесовских рекордов по купольной акробатике, устал от напряженного графика тренировок и решил освободить время и для других занятий. Горные лыжи и хотелось бы и компьютер хорошо освоить, и язык подучить иностранный, вот, и подводной охотой более серьезно заняться, также повысить свою классификацию в дайвинге. Давно, допустим, вот не брался за кисть, краски, живопись надо возобновлять. Подводные погружения сейчас стали одним из самых любимых развлечений экстремала Югова. Свой последний бесплатный билет на самолет парашютист, а ныне и дайвер, использовал, чтобы побывать на Камчатке. Говорит, все, чем занимается, старается довести до высокого уровня. Вот и для восхождения на Эльбрус искал не только свободное время, но и надежную группу профессионалов. Доверился старейшему альпинисту Заурале Геннадию Дмитриеву. Мечтал давно сходить именно в нормальные серьезные горы. Неси. Молодец. Палатка хорошая, а вот спальник для высоты в 5-600 тонковат, комментирует Юрий. Сборы в экспедицию уже начались. Профессиональный спортсмен готовится всерьез. Каждый день пробежки. Вместе с хозяином Флай. Так полетному зовут золотистого ретривера. Пойдем в поход с тобой, поедем, да? Поедем в поход, да, поедем. Молодец. С небом, так и с горами. Ну, можно тут еще продолжить. И с морем нельзя на «ты» обращаться. Только на «вы», и подход должен быть должным образом к всем своим планам, быть очень серьезным. Восхождение на самую высокую гору России запланировано на конец апреля и посвящено 65-летию Победы. Вместе с чемпионом мира по парашютному спорту к экспедиции присоединится и наша съемочная группа. Татьяна Хильчук, Андрей Глазырин, телекомпания «Регион-45».